Цель этого форума для участников строительного рынка, отрасли, это получить максимально развернутую информацию, что называется, из первого источника. Если мы говорим о глобальном генплане страны, сделать так, чтобы в каждом регионе были максимально прозрачные, понятные правила игры от момента принятия решения захода в регион до момента вручения ключей нашим гражданам. Состоялось достаточно, мне кажется, оживленное обсуждение между застройщиками и всеми остальными участниками дискуссии. Мне кажется, вопросы были именно те, которые сегодня волнуют отрасль, которые волнуют сегодня застройщиков. Это наиболее такая эффективная встреча власти и бизнеса с точки зрения выработки рекомендаций, которые пойдут на пользу развития региона. Безусловно, это возможность для всех нас выполнить те задачи, которые сегодня стоят перед городом, регионом и страной.